Итак, пацаны, чё, короче, всё. Зуб, короче, мне подлатали, но не полностью. Вот, не полностью. Надо ещё ехать будет через месяцок. Блин. Офигеть, очередя, конечно, вот жёсткие. Жёсткие очередя. Ну, куда деваться? Зато делают нормально. Вот. Короче, ребята, поехали. Я маленько остыл. А то жара на улице, блин, пипец. Трэш, конечно. Я, в принципе, спокойный. Говорится, укольчики мне не ставили, ничего не делали. Снотворное. Ну, не снотворное, а как оно там? Обезболивающее. Все по кайфу. Все бам-бам-бам. Все кипаса, как сказал бы Саня, да? Братишка, мото-братишка. Все, теперь едем спокойно, ребята, не торопясь. Хотя вот я вот сейчас, вот как вы видели, я ехал, торопился, да? Вот предыдущий выпуск. А теперь я не тороплюсь. Теперь нормально. Теперь все бам-бам-бам, кипаса. Да, перчаточки летние надо купить будет на мотоцикл. Летние, такие легенькие. Все-таки без перчаток так как-то что-то так вот, ну, что-то как-то это. Слишком легко. Вот, ребята, вообще вот. Что-то да. Что-то маленечко, как бы мыслишки-то разбежались. Где мои мысли? Что-то разбежались. Просто сейчас такой кайф поймал. Прохладненько. Ну как прохладненько? На скорости вообще шикарно. Не жарко, хотя на улице жара. На мотике едешь, кайфуешь. Вообще. Нормально. Фига себе у него электросамокат. Электромотоцикл. Вот такой вот, ребят, бложик сейчас. Бложик. Вот. Что-то заехал в какие-то улочки, пацаны. Решил прокатиться по центральным улочкам центра Ульяновска. Вот он весь. Вот она, как говорится, вся наша, как говорится, коммуниция. Вот они, все наши коммунисты Единой России. Давайте, ребята, поживее двигайтесь. Сотка. Это двухсоточка.
Мы пробираемся сквозь ряды. Время обед. Все мчатся на обед. Что здесь вы сделали с дорогой, а? Вы, вернее, с ней не сделали ничего, чтобы качество было лучше. Эх, блин, паразиты. О, ребята, что-то вообще не могу мыслями собраться. На то он и вложит, как говорится. Давайте, как назовем это видео? Еду, болтаю в шлем, или что там? Несу дичь, вот. Несу дичь, ребята. Прикольный субарик. Я представляю, звучок, наверное, у него нормальный. Братан, дай газу маленько. Братух, газони чуть-чуть. А, там девочка. Девочка на Субару. Моя семья Субару. Мама рулит Субару, папа рулит Субару. Я рулю Субару. Девочка моя рулит тоже Субару. Мы все рулим Субару. Вот. Ой, блин, а? Ну, такой прям басистый, а? Звук прям, жух, прям кайф, кайф. Субару кайф. Ну, а ты поворачиваешь. Давайте, 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 генезис. Каренс, Каренс, Карен, давай на Kia жми. Маленько поджимай, Карен. Как назвать автомобили именами людей? Kia Карен, за рулем дядя Карен. Так, сейчас следующий автомобиль, BMW. Вот, три шестерочки. Это X6, а нет, X5. Нет, X6. Нет, X5. X5. Ну, Бэху X5 я не знаю, как назвать, ребят. Вот, УАЗ, за рулем сидит Влас, и у него УАЗ, скажем так. Вот здесь стоят дяди-полицаи обычно, вот на этой улочке. 12 сентября, зона справа была, ребята, там пацаны сидят, чалятся. Вот они, вот они. Ну давай, давай. Махни палочкой своей, дядя. Махни. Не, мотоциклистов не трогают. С автомобилиста, как говорится, 10 шкур спустят. Понавешивают штрафов, выдуманных там за пешеходы или еще за кого-нибудь. А мотоциклиста мимо пропустят, даже не посмотрят. А с автомобилиста вообще прям трэш. Это печалька, конечно же. Это печалька. Мне уже 40, я еду 40.
Потому что знак 40. Я еду под 40, так как мне 40 лет. Стукнуло в обед. Проснулся мой дед и сказал: уберовский, уберовский, бумеровский. Че, кайф, пацаны, кайф. Я вот все хочу прокатиться по пустынному городу, где нет ни одной машины. Там, не знаю, по заброшенному городу с хорошим асфальтом. Вообще, да? Я думаю, это мечта каждого мотоциклиста и не только. Вообще кайф. Ты едешь по пустынному городу, и за тобой погоня. За тобой едут полицаи, и ты должен от них уехать. И ты едешь там на мотоцикле, да? Ну, допустим, на машине, пофиг. Тоже было бы интересно. Ты бы мог выбрать любой автомобиль там, не знаю, любого класса. Было бы тоже интересно вот в реальности вот это вот испытать. Ну что, было бы прикольно. Я бы, знаете, какой автомобиль бы выбрал? Но это явно не Lamborghini. Это явно не Lamborghini. Это бы, знаете, наверное, было бы что-нибудь такое с хорошей такой подвесочкой. Вот. Чтобы она проглатывала все неровности и в то же время устойчивый автомобиль. Это что у нас может быть? И в то же время, чтобы я на нем мог гнать нормальненько, отжигать. Это, наверное, бы мог быть... Так, так, так. Что за автомобиль, ребята, это бы мог быть? Такой хороший, мощный, чтобы все кочки проглатывал, чтобы я мог прям перелетать через эти, через лежачие полицейские, и чтобы у меня прям была мощная тачка. Это, наверное, бы мог быть... Это, наверное, могла бы быть Субару! Семья Субару! Раллийная Субару! Вот. Вот что бы это могло быть. Вот ее бы я и выбрал. Или Mitsubishi Evolution. Наверное, поколение, знаете, какого, наверное? Ну, знаете, какого, наверное, с 90-х. Пятое, наверное, поколение. Шестое. Шестое тоже прикольное. Вот. Ну, если честно, на мотоцикле бы не в кайф было так прям уезжать, прям. Потому что, блин, скорости бешеные бы были бы по пустынному городу. Плюс повороты, рельсы там вообще. А на машине это было бы вообще кайфово. Короче, еду и несу дичь, ребята, дичь, дичь, дичь. Так и назовем видео, несу дичь. Вот, так и назовем. Дверь закрой, чувак, заднюю. Какой кайф! Какой же это кайф мотоцикл, ребят! Вы не представляете! Ни светофоры, ни камеры, ни полицейские, ничто вас, как говорится, не посмелит потревожить ваш, как говорится, настрой. Ничто, как говорится, не испортит ваше настроение, сидя на мотоцикле. Сидя на мотоцикле. Ничто не испортит ваше настроение. Фумля. Жара. Жара, жара. Жареное солнце. Да, литр в городе, конечно, пацаны, это вообще. При том, что у меня все везде шумкой оклеено, с таким экранчиком, ну, с отражающим, да, под глушаком. Но сиденье вот, что пассажирское, что это жарит, ай да ушел. Да, ну все по кайфу, все кипаса. Все кипаса.